Дорогие друзья, всем привет! Сейчас буду апать 7500 кубков, играя за Бо в режиме баунти. За 7500 кубков дают нам большой ящик, это новый рубеж. Я решил это сделать на видос. Посмотрим, что выпадет мне с большого ящика. Вот, ну, особо, конечно, не стоит ожидать там сверхъестественного. Пассивку я не ищу, нового персонажа также. Но, тем не менее, если, допустим, выпадет Джесси, то я смогу ее прокачать на 9 уровень, тем самым активирую возможность поиска пассивки, или она в магазине появится сразу же. То есть, ну, все-таки шанс есть, если с большого сундука выпадет Джесси, то шанс есть на то, что, возможно, даже сразу Джесси на максималку прокачаем. То есть, ради этого я пилю ролик. Вот, ну, на самом деле, просто хочется поиграть за Бо. Оцените ролик лайком, также придите ко мне сегодня на стрим, если, конечно, я запущу его не поздно. Не знаю, напишите в комментах, у вас уже каникулы закончились или нет, потому что, ну, я вижу, что актив знатно просел. Вот, если хотите сегодня стрим, подписывайтесь по ссылке в описании на канал для стримов и активируйте там колокольчик. На этот канал тоже подписывайтесь. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Ну что, погнали в баунти, режим каменный форт, играть буду за Бо. Вообще, хочу этого перса тоже немножко поднять, а то он у меня 7 уровня, а я сижу очень низко. Поехали. Надеюсь, команда будет не долба... Нормальная команда будет, и мы будем тащить. Отлично, бул есть, все, я пойду на правый фланг. Так, они возьмут центр. Все справа были, зашибись, нормально. Нормально, минус я. Так. То, блин, у них одни эти, ближники. А у нас два дальника, один ближник. Не, ну в принципе, тут ближники тащат, вопросов нет. Но вся надежда на нашего була. Если он будет играть нормально, то мы затащим. Блин, тихо. Мы пока проигрываем, но это пока что. Давай. Тихо, все, надо убить. Отлично, все, 8-8. Так, шикарно. Все, мы центр забрали, теперь мы контролируем все. Самое главное, фланги держать. Ой, автоатака, сорян. Ты посмотри, это я дебил. Так. Так, гребаная автоатака, что же я так туплю? Давай, все, отлично, 15-11, мы ведем. Я, конечно, плохо играю за Бо, ребят, поэтому... Не надо там, если что, в комментариях бомбить. Так, блин, туда, да, ёлки-палки. Убить. Вижу цель, убиваю. Так, 19, блин, мы на одну звезду всего лишь ведем, но сейчас нашего була раскатают. Куда ты пошел? На лоу хп пошел? Ой, дебилоид. Тупо дебил. Реально, у него лоу хп, а он чаржится на них. Счет равный. Осталось 40 секунд, нам надо уйти в отрыв, иначе мы проиграем. Они постоянно с ультой, меня это немножко напрягает. Ну, блядь, ну камон, ну, мне кажется, мои напарники немножко тоже тупят. Хотя, какое немножко, вы посмотрите на это говно просто. Ты ну нах, просто, я не могу на это смотреть. Отлично, хоть була убил. На одну звезду мы ведем. Бул, пожалуйста, только не натвори херни. Мы сейчас ведем, просто дефайтесь. Не идите к ним на базу. Просто дефайтесь, 4 секунды и мы выиграли. Не дай бог кто-то затупит. Это просто будет... Фух. Как-то было напряжно. У них все ближники. Причем они 5 уровня все. Так, отлично, плюс 5 кубков. Сколько получается нам остается? Нам остается 7 трофеев. Ну, я на этом, естественно, не остановлюсь. Так, дай Джесси. Джесси, дай. Нет, нету Джесси. Окей, поехали, следующий бой. Поехали. Я играю с рандомами, поэтому может быть все что угодно. О, спайк, это хорошо. И Шелли, в принципе, если играть умеет. Так. Хорош. Минус Бо. Так. Все, центр наш. У них один АФКшник, а нет.
вообще на изи, смотрите, этих мы вынесем, даже не напрягаясь, мне кажется. Будет изи каточка. Так, Шелли на Шелли. Я помогу? Они одновременно выстрелили. Так. Я накопил ульту. Теперь надо бы... Я не знаю, куда... Куда кинуть эти бомбочки? Давайте туда кинем. Так. Ну, наверное, надо было не туда кидать. Ну, ладно, раз уже слил... Да, сейчас уже новая ульта будет. Неважно. У меня быстро копится ульта. Так, надо добивать. Фрэнка надо добивать. Так. Активируем вот эти динамиты. Давайте тоже кинем. Ой, что-то я как-то опять криво кинул. Вряд ли кто-то на них попадется, да? Надо ближе к ним на базу кидать. Ой, Спайк вообще молодец. Ну, кстати, я вам скажу, мы не сильно так и лидируем. Всего лишь на 3 звезды. Поэтому надо не расслабляться. Так, хорош. Блин, минус Спайк. Тихо. Так. Так. Оп-о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 п. Отлично, вообще топовая ульта от Спайка была. Так. Накоплю сейчас ульту на Шелли. Что-то начитаемое. Там уже вот где-то. Где она есть? О, спалил. Все, минус Шелли. Так, туда бросаем петарды наши. Убираем Фрэнка. 33. Ну все, мы вырвались. Тут Спайк решает неплохо. Много моментов было, где порешал именно Спайк. Так. Мне надо бы еще одну ульту. О, все. Блин, шикарно. Я хотел бы с этой Тимой еще поиграть. Мне понравилось. Если они согласятся, если они нажмут играть снова, я бы с ними еще покатал. Я не уверен, конечно, что Шелли там нормально играет. То есть я не следил за ее игрой. Но Спайк вроде как нормально все делал. О, фак. Капец, смотрите, как в конце все поменялось резко. Ой-о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 й
Вы это видели? Это такой бред. Спайк отказался. Окей, придется играть еще. Вы видели? Просто мы тащили. У нас отрыв был 10 этих звезд. И на последней секунде мы просто так много потеряли. Так, примат. Шелли нормально, окей. Так. Я уже практически накопил на ульту. И кину я ее, наверное, сюда. Тогда кину ульту. Так. Убиваем примата. Хорошо. Сейчас резко убиваем Джесси и теперь Ниту. Вроде как изи. Тихо. Я не умру. Я буду жить. Я не умру. Я буду жить. Да ну нет. Блин, Нита выжила. Я не понял ни хрена. Мы проигрываем. Мы проигрываем немножко. Так, турель убиваем. Ну, Шелли, не стой. Плиз. Мне не нравится, что у примата есть ульта. Мы проигрываем. Да ну блин. Хоть иди и апай кубки в соло. А нет, смотрите, 11-12. Все, играем, играем. Никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Так, минус турель. Так, о, отлично. Доби, пожалуйста, примат, давай, вся надежда на тебя, красавчик. Еще одну там, еще один килл. Принеси еще один килл. Не, не получится. Ладно, пускай хилится. Так, блин, ну Шелли, конечно, ульту херово использует. Так. Так. Да ну нах. Как и меня она еще забрала. Жесть. Так. Шелли, ну, отлично, хоть раз ты кого-то убила. Так, 22-23, нормально, нормально. Тащим, тащим. Ой-ой-ой-ой, вот это было жестко. Тупо примат забрал нас всех. 26-33, капец, центр у них. Я боюсь заходить туда. Кидаем туда динамиты. Примата, 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 валим. Почему Шелли ближник, а ведет себя как дальник? Почему? А я дальник, веду себя как ближник. Ну вот почему? 34-39, да? Ну за 16 секунд. Не, ну в принципе реально, но... Что-то у меня сомнения какие-то есть. Ну вот если сейчас убьем кого-нибудь,
Нам не хватит, да? Примат, ульта от тебя, и мы выиграли. Не. 44, пипец просто. Если еще раз одну катку проиграю, я иду в соло играть в ШД. Ну, просто... Я хз. Я уверен, что за мной тоже не лучшая игра была, но я не чувствовал от моих тиммейтов прям какой-то, не знаю, прессинга какого-то. Шелли вообще реально вела себя как дальний, блин. Динамайк, ну хз. Ну, короче, если пиратка будет нормально играть, то вообще вырвем глаз им. Так, отлично, заход уже удался. Центр наш, минус там тоже пиратка. Хорошо. Так. О, нормально. Тихо. Ой, попала пиратка. Так, давайте мортиру сразу кокать. Минус морта. 8-2, нормально, ведем пока. Так. Тихо. Так, надо занять позицию. Так. Оп, отлично. 10-2, ну тут вроде как ведем. Блин, жалко, что та тима со спайком не согласилась продолжать. Очень жаль, очень жаль. Так, 12-6. Ну, мы, в принципе, отрыв у нас большой, но, опять же, если вспомнить предыдущую катку, где мы выигрывали и потом в конце ничья была, может произойти все что угодно. Капец, Джесси не добили. Ладно, пойду хилиться. Хилимся. Хилимся. Тихо. Так. Сука, какая-то херня. Какая-то херня происходит. О, отлично. Так. Мы то выигрываем, потом тупо какой-то отбой идет. Да ну как, Джесси опять за... там на лоу хп выжила. Ой-ой-ой, что-то там... Так. Хорошо. Ну, 14 хп, ну взорвись там. Она что, не сдохла? Ребят, она не сдохла, прикинь. И прикинь, она не сдохла. И опять она, смотрите, на лоу хп бегает. Троллит нас. Так, надо жить. 29-21. Так. Так. Жмем. Мансим. Тихо. Смотрите, как четко, а, играю. Опа. Живу. Но тут уже сдохну по-любому. Или выживу. Выжил, капец просто. В этой катке мне понравилось, как я сыграл. В этой катке мне понравилось. Хотя был момент, где я немножечко не отдуплялся. Что происходит? Плюс 5 кубков. Хорошо. Поехали. Блин, что не отказались? Вроде неплохо играем. Надо две игры еще затащить. Так, Булл. Сильная тима у них. Рикошет. Не, ну в принципе, сейчас если по флангам... Ну хотя я не должен слева быть. Хотя посмотрим. Так, Барли. Сейчас надо забирать Барли. Все, минус Барли. А где Булл? Мы Булла убили, да? Все, центр наш. Отлично. Так, стоим. Тут не палимся. Так, копим ульту. Давай, Булл у них вообще какой-то овощ. Так, смотрите, подходим сюда. Вот так вот делаем. Булл сейчас насаживается на мои мины. Отлично. Чуть-чуть не добили, но не беда. Ой, его там разорвало вообще. Порвало на куски. Слушайте, мы вообще выносим. Либо у нас сильная тима, либо они нубы прям. Конкретные. Ну, они, да, они нубы, но вроде как моя тима тоже неплохо играет. Ну, хз. Я бы поиграл с ними еще одну каточку, последнюю. Нет, там у них вообще овощи играют. Тихо, оп. Прячемся. Отлично. Смотрите, сколько звезд у меня. Так, убиваем Була. И его не я убил, да? Да. Ай, не сбей мне стату, пожалуйста. Так. Сдохни, мразь. Выжил. Тихо. Все, сбил стату мне, гад. Слушайте, 26-21. Стопе.
40 секунд осталось. Фух. Как всегда, блин, расслабляешься и все, и потом сливаешься. Так, Барли убили. Так, хорошо. Ой. 32-28. Аккуратно. Вот здесь сейчас кольта выцепим. Где кольт? Отлично. 40. А, то все, ну отрыв хороший. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы проиграть. Да все, все, все. Эть. Да не, еще могут они наверстать. Не, 44-35. 47-35. 4 секунды, 3. Победа. И получается, нам последняя каточка остается, да? Последняя. Фух, тяжело. Звездный игрок я был, да? Или нет, или все, или у меня 7500. Ебаё, один кубок остался. Я, наверное, пойду в столкновение сыграю. На какой карте сейчас только посмотрю. Лучше сыграть-то лучше на этой, да. На озере мертвецов. Потому что один кубок, из одного кубка сейчас могу проиграть. Из-за тимы, да. Минус 5 будет. А так один кубок сейчас в ШД на изи вообще. Так. Я не знаю, как бо на этой карте, конечно. Но посмотрим. Кто там прячется? Я же видел, кто-то есть. Кольт. Кольт, собака. Капец. Вы видели это? Фух, жесть. Чуть не отъехал. Тихо. Живем. Мне кажется, мне надо уходить. Или тусоваться тут. Сейчас спайка заберем. Найс. Угу. Там тоже кольт с ультой. Так, давайте заберем коробочку. Ящик. Забираем. Все, у нас три банки. Блин, бул. Ну давай, подходи. Эй, чё? Давай, иди сюда, родной. Куда? Чё ты уходишь? Сколько кольтов, охренеть, да? Так, ну все, шестым умру, ноль кубков. Все, плюс один есть. Но я буду тащить до конца, типа. Ну, я же не лох какой-то, чтобы просто так сливать. Я не понял. Она больше урона наносит с расстояния, чем я. Так. Мне не надо, Шелли, с тобой конфликт. Шелли, мне с тобой конфликт не нужен. Давай. Да где этот третий, ёптель? Вообще оборзел. Ну понятно, я сольюсь тут. Я не пойму, где третий. Ну сейчас посмотрим, и кто там вообще третий. Чего нельзя переключать камеру? А, он стоит, падла. Да он вообще ФКшник. Мортис, сука. Плюс 4. Ну ладно, в принципе, цель достигнута. 7500 я взял. Так. Я иду на 8к. Если что, да. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Открываем большой ящик. Оу, я так обожаю делать скриншоты, когда открывается ящик. Пайпер. Все, вот это так быстро. Пожалуйста, Джесси. Барли. Пожалуйста, Джесси. Джесси, плиз. А, там дальше. 5 гемов. Ради 5 гемов стоило записать, было 18-минутный ролик. Короче, осталось 500 кубков, и я дойду до 8к и открою мега-ящик. Сделаю я это за пару дней, поэтому подписывайся, следи за каждым моим новым роликом, смотри мои стримы, активируй везде колокольчики, ну и будь молодцом. Спасибо за просмотр, желаю тебе удачи, хорошего настроения, скоро увидимся. Пока.